15 августа Спас-Деменск отметил День города. С самого утра начались торжества, частью которых уже традиционно стало выступление вокального ансамбля из города атомщиков «Десногорочки плюс». Вот таким дружным коллективом под аккомпанемент своих песен ансамбль «Десногорочки плюс» отправился в Спас-Деменск. Впереди 80 километров пути. Что ж ты ходишь за мною, хороший мой? 15 августа Спас-Деменск Калужской области отмечает день рождения. Мероприятия в этом небольшом городе с населением чуть менее 4500 человек начались с самого утра. А центром событий вечером стал городской парк. Там проходил 9-й межрайонный фестиваль песни и танца «Спас-Деменская заваленка». Каждый год меняются гости, меняются коллективы. Кто-то может приехать, кто-то в многостролях не приезжает, а кто-то уже постоянный наш гость. Одним из таких постоянных гостей уже не первый год становится ансамбль из Десногорска. «Десногорочки плюс» выступили в специальной номинации для хоров и ансамблей «Голос звонкий». Это уже 574-й день рождения относительно близкого к Десногорску соседа. Спас-Деменск продолжает оставаться достойным представителем своей области, радуя как местных жителей, так и гостей города. Я, в принципе, достаточно большое количество видел мелких городов и крупных, вот конкретно таких мероприятий. Здесь достаточно масштабно и красиво. Реально красиво, то есть здесь постарались и каждый год стараются. Дорогие друзья, дорогие десногорцы, приезжайте сюда хотя бы один раз в жизни, побывайте в Спас-Деменске. Очень шикарно. Праздник проходит на ура. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.